Да, что-то меня пинало, это очень нехорошо. Есть у кого банок много на масло РДДшно? РДДшники. Я сильно в Дискорде В лагаю. Дискорде нет. В Вот игре. только назад баночку отдашь. В игре прыгаешь. Чё за хуйня? У меня пин 400. Релогнись, попробуй. Не, в игре ты прям прыгаешь, типа телепортируешься, не бегаешь. Надо будет потом еще там будет баночка. Мел вообще на месте стоит. Алло, слышно меня? Да. Друг, у тебя есть арктический мех? Один штучка. Спасибо. Мы без кулака будут кричать. Или подожди, если ты на хп будешь кричать. Зачем? Ну, у нас один вар, нету Дестрика, и типа хп не будет лишним. Чернобыль это же. А может вы туда барабаны накинете, и тогда паладин накинет кулаки и кресты? Чернобыль, Дестрик, он с кентлом, все нормально. Кресты не нужны, кулаки по факту тоже нужны. Что ж, шаман есть. Ладно, опять тогда покричит. Рисань, у нас Дестрик, он симптом. Хп есть. Да все, я просто Чернобыль афликом был. Я думаю. Он это не Чернобыль, это Паша. Что-то чилит, что-то хочет. Чернобыль тоже. И сказал, что потом будет играть уже. Говорит, Некс Каражан, пойду котом, блядь. Ага, пусть подвинется теперь.
Нет, ты не шаришь, ему, ему ничего видимо. Не надо. Тихо. Бурстыни, сдавайся. Огонь. Вперед не двигайтесь, влево-право следите. Огонь. Снобарда. Бойчик. Там Снобальд, задавайте. Теперь забирай. Снобальда убейте быстрее, уже второй сейчас будет. Под босса хант. Санта приор снять максимально быстро. Свишенность прям не вону. Хант, не умри, ханта прохильте. Не зажимайте стены, блядь. Зачем вы зажимаете? Вам, блядь, некуда уходить туда. Забрал босс. Петя, боб нужен? 15 секунд, думаю, спадет. Снобард. Да не, не спазил. На танке. Да, я заберу огненную. Да я уже забрал. А ничего. А мне в дерсе нет один купить. Раз, два, три. Здоровенько. Здоров. Ром, помолчи. Да я тут занят был, договаривался о поставке витаминов. Говорю, пока подожди, помолчи. Бочек. Вымок. Спасибо. Что-то убивает, меня никто не убил. На мне, пролив. Сейчас будет рвота, пойди. Либо закопается, либо будет рвота. Бей босса, просто бей босса, я подойду. Перед танчей стоячим. Да, только вот кибити, блять, она не срывается с ним. Дала бы РП шаман. Добили череп. РД добили череп. Там сперва на пул сдаешь, а потом, блядь, бьешь. Ренжу набрали. Отошел. Скибиди от рейда. Фолл и скибиди приор просил. Сейчас будет второй рывок. Ренжу наберите, разбирайте, вы там 4 кучи стоите нам сейчас. Либо закопается, будет, либо будет рывок. Нет, закопалось хорошо. Андрей, залей ману, пожалуйста. Залил. С подъебала сразу ушли, с подъебала ушли. Перед самым. Дай каску, пожалуйста. Никто не дамажит, блядь, когда появляется череп, на будущее запомнили, для всех ЕВК нахуй. Появился, танк забрал, тогда дамажит им. Душа. Петь, ведите стол в стену, прям в стену веди, короче, в стену веди. Все. Хорошо. Идем в ромб сразу же. Ты танчишь? Да, на пулу сдай, хан. Владюк, вот это, Влад, короче, да, я зовут тебя? Да, я ждал. Окей, хорошо. Приготовьтесь, уже можете в ром бежать. Право-лево отбежали. Приоритет право.
после каждого отбрасывания, типа мини отбрасывания, можете сразу бежать в ром. Вот, сразу после этого можете бежать в ром уже. Также трамба право-лево. На Чернобыле. Пройдет справа. Чернобыль, мог уже, блядь, портал поставить себе в ром, да не ебать на тебе. Каштан. Блять, ноль критов. Можете уже вам становиться. Право-лево отбежали. Приоритет лево. От сферы отказываемся, лут на групп луте. Кому надо, что надо, не дать. Альсон, надо. Че, по десяткам побежали? Или ВК-10, да. Поезд не надо. Запускаю. Петя в ДД. Где это хуйня? Не понял, бля. Походу, они опять ночных эльфов не фанули. А? Еще меньше? Она... Вообще что-то прям против вообще не пугает. Так там ты способностями же как-то по-другому бьешь. Получается щитом. Кажется, все, всего она должна пробовать. Она все же от Рагуза, значит, Рагуза на регине. Короче, вообще редко. Вокруг креста где-то там, блядь, постройтесь, ну типа, РДшники. По два человека также становитесь, как и ВК. В крест не заходите, там будут прокать големы и все остальное. Ты говоришь, если прокать големы, вы от креста отходите. Ты говоришь, это может, вы быстро свечились. Силы старайтесь, там на РНЖ стоять. Так и сразу снимайте. Войд приор, ты стаки снимаешь. Особенно когда перед големами. Сперва големом прокают, ты снимаешь стаки и тогда бьешь. Хотя, блядь, не, отмена. Женя снимает стаки приор. Перед големами, войд свечится. Давай все-таки пойдем на группу ульти. Потому что опять какая-то херня начинается. Хай, херня. А там... Мак заролил себе пояс, который мы, он потом кому-то отдал, а Локо, например, у него 26-й вообще пояс. Ну, блядь, ну сейчас с ним разберемся, просто ему дадут пояс, ничего страшного с этим нет. Не-не, у меня тоже 26-й. А кто из вас больше паролил? Кто ты должен был забрать? Встречный сворот. Да. После босса просмотришь и все. Быстрее ворота убивайте, быстрее ворота. Скриди побежал. Меня шотнуло. Где ты стоял, где ты находился, блядь? Меня шотнуло с ворот, в смысле, молния скверная. Сказание. Я даже не мог представить, что она ебанет первый раз в жизни вообще меня шотнуло. Вот окей, 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 все, брат. Все, не надо. Отдаем два я, отдам БР. Просил тебя только. Скриди выбежал. Скриди побежал. Приготовьтесь, вулканы, короче, сейчас будут. Жань, давай Зеру, прямо сейчас. Вулканы свичнулись, и РДДшники убежали от вулкана, сразу, ну, типа, чтобы вас не бежали. Милик, если умираете под вулканами, сразу отходите, прожимайте цели свои. Сун я просил. Вот спирит побежал. Беги, малышка, беги! Беги, малышка, беги! А, у нас еще Диминишн от Геры висит, да?
Я понял. Я вот друг просил. Федя побежал. Да, я сейчас побежал. Там ворота сейчас будут. Разверни чуть-чуть босс на 45 градусов. Что-то мне вечно налево тянет. Вот, играем босса, чисто босса, выбиваем босса. Чисто босса раньше, чисто босса. Долго что-то добивать. Сферы отказываемся. Остальное ровно, что кому надо. Кто там сколько паролей у нас запы, посмотрите. Сейчас я сам посмотрю. На пояс. Что там, пояс был или что там было? Сейчас гляну. Пояс. Так, паролило, короче, 3 человека. Получается, вот Spirit 87 и Чернобыль 40. Забрал вот Spirit, понимаю, правильно? Да. Повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Окей. Ну, парол так дали. Если вам шмот не надо, вы от него отказываетесь, блядь. На кого-то там что-то ролит, потом отдавать тоже не надо. Я ни на кого не ролил, я могу себе его забрать. Я просто сказал на будущее. Я просто озвучил на будущее. Отойдите от этой херни. Запустили босса. А кто там падал, рыбу поставил? Забафайте сразу. Я от надо на антихил нажать. Хант есть. Чё, как здесь хилим? Эрдрушка хилит. Сосуны все ладово, короче. А эрдрушка-то. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Шабат рога. Могу их, в принципе, удержать, если с левой стороны зайду. С какой стороны буду заходить, Ри? С левой, тогда я их обоих смотрю. И... Хант останется... Эту останется у меня тоже. Остальные, по-моему... Ну, бля, главное, что тебя не шотнули там, если можно сейчас. Ну, ВВК 25 же не шотнули. А там на меня висело до 4 медика. Плюс код. Тот сосун кожу, по-моему, спасет. ШП, по дисплей ты, пожалуйста. Так, меня... ладно, короче. Угу. Приоритеты по убийству. Череп. Крест. Шафу, хуйня. Ченг. Чернобыль, короче, по ситуации. Смотри, если к нам, мы типа высвечиваемся в череп, то бишь, знаешь, соответственно, суккуба отправишь либо на крест, либо на звездочку. Там по ситуации будешь смотреть. Если типа крест будет нас хуярить, значит ты отправляешь суккубу туда. Если крест будет ебашить Петю, то значит, ну, типа, соответственно, на звездочку. Касаемо. Блять. Ну там, короче, смотрите, хан бросаешь каток под рейд. Шаку, это шабады время 100% кайтите. Рога, если в рейд придет, у нас, давай, короче, сделаем так. Кот сядет на рогу у нас, просто будет бить его и тебе крему давать. Да, ты в кота. А, все, сейчас. Мы играем либо в череп, либо в крест. Чернобыль также, если типа кто-то подходит, контролишь. На хилл похуй вообще, хилл позже просто. Бойчик, та же ситуация. Бьем либо одну типа метку, либо череп, либо крест. Мне кажется, 90% подойдет к нам череп, мы будем его свечиться. Значит, соответственно, следующего ты кого-то ближайшего приор, это крест контролишь, либо же хипал, опять же. Тут такое все по ситуации, тут нет такого, что, блядь, четко можно вас контролить. У нас плюс гриппа нет. Один вопрос. Один вопрос. А. Мы в одного хила? В два, Сацуны хилит Т-танка. Понял, все.
скрибди на... Если Чернобыль, да? По скрибди сразу ресерс на всякий случай. А там сейчас 40 секунд, подожди, на мне оно закончится. Ой. Напомни, на ком кот сидит? Ты сбьешь череп со всеми. Если к нам придет, короче, Мелизону печенька, то бишь ты садишься на печеньку и там даешь стан, ветерки, вот эту всю хуйню. Поняла, все. Можешь медведя прыгать, там, бля, чарджи делать, все вот это. Тропа от ханта должна по КД быть уже под рейдом, чтобы кайтили. Все, главное не паникуйте, блядь, и не умрите, Максим. Перед ты под сопротом? Да, я это подшиву буду. Ну, окей, смотри. Все, становитесь в квадрат сюда поближе. Есть припод на армор, Андрюх? Орехи на бойчике держи, Жик. Дайте орехи тогда, да, пожалуйста. Сейчас будет люта отбивать. Так, все, последний чек на пул и полетели. Все, все готовы, двигаем пул, пуляет сперва танк. Жень, не можешь сразу, когда запули танк, нас спасили, чтоб к нам мах пошел. Сейчас он дебанет, кто к нам идет? Хант нам идет, да? Не, нихуя, они все петь разъебают. Не-не-не. Они пошли на это, баблит. Не, добавлюсь. Сейчас они тебя отвяжутся. Макс, диспелл сдай туда, пизда, они сейчас, не, бейте череп, все бейте череп, контроллер сдавайте сейчас, прям по кресту контроли, все в череп сырали, полностью все нахуй, поебать, косты сбивайте, чтобы не убил топалами. Нормально, перемещайтесь, бейте там, потому что они на мысли. Ладно, чтоб не хапало не убил, остальное, сон диспелл, диспелл по острове. Шо, дальше в череп сырали. Я не достаю, да? Чужих нет. Я тоже нет. Блять, у меня... Мать диспал. Сацуны, БР, дайте БР по Сацуны. Сацуны, дай БР. Да, дала БР. Хорошо, сразу забафайте. Диспальте. Вот спирит умер. Хант кастует, блять. Когда у тебя откатится, дай по нему БР. Мага, мага. Пуш, мага. Мува, мага, пропушьте точечно. Бля, вот спирит минуту, когда я ёбну его. Хант, ханта. Да. Я ханта за контроль еще разок. Еще раз, все, продлите ханта. Кто не продлите ханта, у меня нечем продлить ханта. Обязательно продлите ханта. По катку ходите. Пурш, череп, пурш череп. В крест. Все в крест сырали быстро. Кошку кайтин. Кошку дал ветерок. Что, подойти? Нет, если у тебя будет просаживать... Линка не... Да-да. Иннер сдай по Сацуне. Иннер по Сацуне сдай, поставь тотем. Дала Иннер. 10 секунд до дизарма. БР 15 секунд отдам. Сацуне, кто убивает Сацуне, блядь? Хант. Отдал дизарм ханту. Чуть прохерить, если можно. Да, еще. По войду сдал БР. Чека, может? Да, ну... Так, убиваем Вилан, звездочку убиваем. Все, спокойно убиваем звездочку. Все на мне, нахуй. У меня больше всех брони, они все на мне. Ты вкусный. Мастер ауром 26 тысяч. Мази спал? Да. Че, в дерево? Ну да, дерево. Дерево.
А я, блядь, говорю, микрофон выключил. Печенье убираем, шабада катимся еще. Че, вардру назад? Да, ты вардру. Че, в танке свет? Так, атапки на цел. Где у меня, блядь? Да. Че? Ну, в танке свет. Да, ты в танке ложишься, да. Погодите, я ляну, ты мне... А, блядь, тапки, что мне одеты, я буду. Тут два сокета. Может, кому-то еще надо? На моей, допустим. Да, блядь, сове уже, блядь, больше рай, чем медведина. Я нажал кнопку «нет», если попаду, так попадут. Нет, так нет. Войд выиграл. Ставлю. Уберите группу, у вас тут есть люди, которым нужно еще на мэна одевать. Ну в чем проблема опять, ну типа, вот и в шипе есть, типа он в шипе сейчас, я не понимаю, в чем проблема. Ну вот, я, типа, я ролил на фроста, у меня попросили отдать, я отдал. Хотя мог бы оставить. А люди будут обижаться, то что я ролю на оффспек. Когда им надо на тут... Никто ничего не обижается, ты просто это, короче, отдал, потому что вот в этом проблема была. Надо, бери. Я так сказал, все, на этом точка. Не надо, не бери. Пуха на танка надо. Женя, ты вернулся с Кибиди, который? Я вернулся. Полностью. Сфера кто-нибудь ловить будет? Да. Петя готов? А, ну у меня это интерфейс выключен. Я понял все. Блядь, как проснулся, это пиздец какой-то. Серый не сплю, да? Вроде бы. Ну, нормально. Кто без хилбов не видел? Подлагивать серф. Если будет это прожить, Петя, приготовься. Прожимайся ты. Что, вы одну? Вроде же уже нормально. Зацепило? Да. Уже страшно. Но одна это не идея, похуй. Тут еще Артру у нас. Рошан, нормально.
Наносите, пожалуйста, если рвать буду, я не вижу сейчас игра. Все белые взяли. Федя, после каста возьмешь тему. Что нам залетает? Ай, давай перейду на всякий случай. Осторожно, по черным бежите, вы что? Все, я черный был, да? О, грудак! Ух ты, светится! Вау, какой красивый грудак! И, вау, блядь, какой красивый посох! Грудак очень красивый. Забирайте! И это тоже. Че, в ДД? Да, да. А вот был бы блокер, уже бы блокером был бы. Самое страшное осталось. Так, хочу спросить, Шама же тут? Ты на рейде или на метках будешь сразу сидеть? Он на метках, на Ануби. Потому что, чтобы не знать, хилить метки или рейд. Все на метках сидят. Я имею в виду, мне проще, когда один сидит на рейде, а я, например, сижу на метках. Так это не разделяется. Это вообще никак не разделяется на Ануби. Ну, все правильно говорит. Ничего, все это разделяется. Ну, шаману проще сидеть на метках. Ну, я поэтому, я у него и спрашиваю, рейде. Как ему проще будет. Потому что мне без разницы и на метках посижу, и на этих, и на рейде. Там все в куче стоят, он все пухой, все хилит. И метки, и танк. Жень, скажи. А чё, Жень, блядь, просто скажи, ты чайником будешь или... А чё Жень пиздили, блядь, чё он? А, всё, он наебашился. Он на рейде. Жека на рейде, да? Значит, на метках грудит. Всё, окей, ты на рейде, я на метках, договорились. Да всё равно всех хилят, типа, на третьей фазе нет. Я про то, что имею в виду, чтобы он, ну, у него фокусировка была на рейде, я кидаю и ходки на рейд, но держу им именно в основное на метках. Я про это имел в виду. По ППшке в метке, а потом... Да, я про это и говорю. Я буду кидать буйный рост на всех, но при этом только ППшки на метке. А он... Не принимай гильдию, не выебывайся, нахуй. Ты больше, блядь, всех в рейд убиваешь. Ты ебай накопишь, нахуй, не переживай вообще никак. Слово совсем, блядь. Так, как, ну, у нас, в принципе, рпал есть, потом... Не важно, принимай гильдию, если я потом эти звания дам. Так, короче, Женя, ты будешь чайником нон-стоп хилить? Или будешь ты точечно меткать, или как тебе проще говорить? Да, ну, да, нет. Я буду на рейде. Мы уже разобрались. Ну. Так, окей. Короче, напоминаю, ребята, смотрите, что будет происходить, типа. Соответственно, мы типа бьем босса, блядь, бросается лужа, типа никакого УЕ ничего не даете, типа, мора у нас нету, семечку не бросаете, блядь, внизу, типа, получается вне фазы, то бишь, когда будет шипуешь, напоминаю, чтобы не было, блядь, вот здесь, что сферы сбивают. Но по итогу с нашим ДПСом мы должны выйти в одну без закопку. Если не выйдем в одну закопку, то лишь не паникуйте, значит надо будет две делать. Соответственно, первую закопку будем стараться использовать только две лужи. Если получится, если нет, то используем три. По контролям. Вот теперь, если я контролишь дальнего, типа контролишь на РНЖ, типа с такой, чтобы можно было сбить с него контроль. По отводу босса. Теперь, короче, начинается у нас перефаза. Так, одну лужу надо приоритетно сбить тут. Короче, вот, приоритеты по лужам, типа, поставлю примерно, это вот так. Вот так. Короче, если, соответственно, типа, вот, в колес забиваем лужу,
мы здесь, да, я условно танчу, получается, потом от того же босса. Человек с меткой уходит в трусы. Все, типа, ему там дается боб. Все остальные бежат, соответственно, либо в квадрат, либо в луну. Кто сбивается, лужа, будет сбита лужа. Желательно в этой фазе сбить, ну, типа, потратить только 3 лужи, больше сливать. Касаемо трэша, трэш сливается максимально быстро, никто не тупит с ним, не стакает. Если у вас больше 3 стаков, ну, типа, больше 2 стаков будет сейчас третий, то бишь вы бежите от 2 моба, блядь, и вы не лутаете 4 стака никогда. Запомните, это очень важно. Трэш сливаете сразу же, типа, блядь, не ждете никаких команд, типа. Только сориентируйтесь сперва с бобом, и все. А остальное вы все время ебашите по трэшу. Я не знаю, что тут добавить, ничего сложного нету, блядь. Мой чё проебался, какие-то важные моменты. Мастер аура налёт стоит, стоит. У нас хант есть, у него список. Всё. Ну да, сдай СС по этому. Ой, блядь. Так, рыбу ставить надо, чек. Давай, смотри. Ай, готов. Так. Теперь по сферам ты чуть добавлю, короче, под боссом сбьет у нас, давай, я не знаю. Что там, ворстить будет, это? ШП может дать там пару идти. Короче, да, под боссом сбей Войд ты, а короче, дальней меткой пойдет Женя собьет. Только Женя, короче, наверное, орехи на меня не вешает, чтобы на тебя грудь не набивалась, чтобы страшно на тебя не пошел. Тонус. Так, я боб кидаю на первую эту, на первую ШП. Да? Да, да, он человек ходит в сторону, можешь поэтому человеку дать фризм, чтобы если он будет на лучше, максимально быстро сработает. Хорошо. Все, все готовы. Собрались с мыслями, там фласки выпили, короче. Перечарились и полетели. Блять, ты ялку запулил? Да. Черт нахуй, вот так и скажите мне. Уже? Отводи воду. Угу. Контроль. Там трупом притворить. РДД по мобу всегда играют. Мелик через АОЕ. Хант в ПД. Хант на пуль, либо притворись мертвым, нахуй, типа ты агро срываешь. А какая сайба, он просто выпиливается из ритом? Петь, если еще ты забираешь моба. Охренеть. Но у нас больше некому. Я понял. Щиток на него Сацуна еще бросает. Лучше Сацуна под щитком, кстати. Забирай Сацуна, мобу забирай. Все, я увожу. Я не стану, ничего нет. Печар же, дай моба. А все, вообще. Это был другой раз. Был погружение. Там будет. Закопался моб, приготовьте сметку выходить. Лужу сбейте в трусах, лужу в трусах сбейте. Ладно, похуй, стой рядом, стой рядом с этой. А я понял, красавчик вообще. Все перебежали в район Луны. В район Луны, трэш сливаем по пути. Трэш будете бить или что вы бегаете просто так? Трэш сливаем. Какие лужи, блядь, ну кто сбил, блядь? Чернобыль, блядь, твой Пет или ты нахуй там, не знаю, чем ты там сбил. Кто сбил лужу? Ладно, похую. Ладно, похую, потом разберемся. Заходи на лужу. Заходи в район Луны на лужу. Идем все в крест, короче. Не залейте только лужу, которая между квадратом и крестом. В сторону выйди, тучку нажмешь, короче, а потом это зайдешь на лужу. Не взрывай, не в центральную не взрывай. Ладно, похуй, взрывай. Вот эту крайнюю, да? Да, крайнюю взрывай. Отойдите от него. Чего Чернобыль там с ним делаешь? Проходите Чернобыля. Чернобыль, бля. Лови босс. Я сейчас тебя отправлю в Чернобыль, нахуй. Будешь этот уран собирать, нахуй. Заберите скорби. Забеги под босса. Да я и так возле босса стою. Дальнего шаг, блин, дальнего шага. РД по мобу. Все остальные по боссу. Я сейчас мясо не...
кого минус нет? Выживешь. На дубке. А на нем просто опять 5 стало. Там каз был. Бля, мне стан сейчас ход дам, все. Боссы, все боссы, все боссы, боссы быстрее, боссы переводить надо. Моба. Одного за контроль. Не зауешьте, не зауешьте только. Хорошо, зафирай. Веру, дай веру, веру, где веру, 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 веру. Есть желтый жай, побей. Природа. Природа. Желтый, желтый жай, по боссу бей. Природа. Фер, сейчас обнови фер, подходит босс, фер, фер обнови. Шакал, 40 секунд, хорошо. Бейте босс. Мобы вышли. Одного заберу, заберу одного на себя. Потом дай покаяние. Нет. Баблик. Нас убили. Фу! Орбалет. Так, я открою, там... Давай, только пуху. Плащ, плащ. Да ёпта, ой, там щит нахапал. Это говно плащ уже второй раз выпадает. Чё он там за плащ? Нихуя себе плащ, этот плащ охуенный просто. И я, который закидывал на него по скидке. О, давайте его мне, он мне очень надо. Плащ вообще мне прям по мейну был бы охуенно. Да, вообще по мейну. О, а волка можно ролить, да? Спасибо. Я все отказался, кстати, по привычке. Но мне там ничего не надо, в принципе. Да, то же самое. Не, красиво все было. Но ДПСа много просто. У них, кстати, попадавал, но не прохил был. В итоге он упал под 7 стаками. 49 из 50 пока идут. А кому плащ упал? Ну, там... Плащ... Петя ролил, и ты, скорее всего, потому что... Либо уфолог упал. Значит, уфологу надо. Уфолог тебе нужен плащ?